Баскет это. Всем привет! Меня зовут Елена Баски, и сегодня мы с вами поговорим на тему, как же понять, какую татуировку вам хочется сделать. Мне очень часто на консультациях говорят, что хотят сделать татуировку, хотят сделать у меня, но не понимают, что они хотят. А еще хуже, если человек приходит и говорит, ну, как бы вы мастер, решайте сами. Вам виднее, вот вы на меня посмотрели и решили. Я, конечно, мастер, но не профессор Ксавье из Людей X, и мысли читать я не умею. Я, конечно, могу вам посоветовать, но это будет нужно мне, а не вам. И однажды вы проснетесь темной ночью весь в поту и спросите себя, зачем же я это сделал? Перед тем, как идти к мастеру, нужно навести порядок в своей голове и понять хотя бы примерно, в какую сторону вам двигаться. У каждого из нас есть своя история, которая формирует индивидуальные пристрастия. Например, когда я была маленькая, я хотела стать египтологом и очень усердно изучала эту культуру. Моя мама экскурсовод, и поэтому все свое детство я провела в автобусах, катаясь по Золотому кольцу, посещая огромное количество храмов и музеев. Может быть, именно поэтому я так сильно обожаю славянские узоры, сказки, Васнецова. Потом в мою жизнь вмешалась индийская культура, которую я тоже начала активно изучать. Потом добавилась щепотка босха, немножечко арт-нуво, много символизма. И, может быть, все, кто были в моем кабинете, теперь поняли, почему он оформлен именно так. Так вот, я окружаю себя теми вещами, которые радуют мой глаз. Все же слышали выражение «тело – это храм». И поэтому на вашем теле должно быть такое изображение, которое точно вам не надоест всю вашу жизнь. Ваша татуировка должна хоть как-то соприкасаться с тем, что вам действительно нравится. Не потому, что так хочет ваш муж. Когда мне говорят, что муж хочет, чтобы я сделала эту татуировку, я очень медленно начинаю выдыхать. А еще есть варианты, когда муж не разрешает. А еще лучше, жена не разрешает. Жена не разрешает, и человек отменяет запись. Рябка! Ну хорошо, давайте вернемся к главному. Один из вариантов, как ответить себе на вопрос, что же хочется сделать, задать себе другой вопрос, зачем вам это надо? Может быть, вы хотите оставить на себе вечное напоминание о каком-то важном событии в вашей жизни. Например, во время чемпионата мира по футболу очень много болельщиков с разных стран приходили к нам в салон и делали себе тату-напоминание об этом чемпионате и прекрасном времени, которое они провели в нашей стране. Либо это может быть своего рода засечкой перед началом нового этапа жизни. Это из личного опыта, и очень многие клиенты мне говорили о том, что они были в какой-то глубочайшей депрессии, но после того, как они сделали татуировку, жизнь расцвела новыми красками, и они такие раз, пошли, довольные, пошли. Может быть, у вас есть любимый фильм, который вы пересматривали 666 раз. И там есть тот самый персонаж или сюжет, который вас очень сильно цепляет. В таком случае вы берете персонажа из этого фильма и делаете себе крутую работу. Может быть, вы поклонник японской мифологии и всю жизнь мечтали сделать себе традиционный костюм. Еще есть одно не очень стандартное применение татуировки. Это перекрытие шрамов и рубцов. К сожалению, очень мало людей об этом знают, и поэтому я начала благотворительный проект с чистого листа с Баски. И если вам интересно, вы можете пройти по хэштегу в Инстаграме и посмотреть мои работы на эту тему. Мы обязательно подготовим видео на эту тему, просто немножечко подождите. Теперь самое стрёмное, что вы можете сделать. Первое – это написать в поисковике «тату на бедре у девушки» или «бицепс мужчина тату». Вы что ищете? Мужчин, девушек или тату? Очень часто приносят фотографии супер секси девушек и говорят, я хочу так. А что так, непонятно, потому что на фотографии просто красивое фото и создается такое впечатление, что человеку нравится просто атмосфера фотографии, что это Бали, что это пляж, я лежу красивая и купальник-агент-провокатор. И вот возникает вопрос, вам что больше нравится, настроение на фото или сама татуировка? Если вы хотите конкретную татуировку, ищите приближенные фотографии. Вариант номер два. Хочу как у Анджелины. Ребята, вы вообще знаете, что набито у Анджелины? В ответ я получаю, ну, это просто красивые узорчики, они вот так вот загадочно и магически смотрятся, и, наверное, там что-то классное. Вы знаете, что большинство ее татуировок являются религиозными, и для того, чтобы они работали, нужно соблюдать определенный обет. Например, не лгать, не красть, не воровать, не есть мясо, не пить алкоголь. Слабо не пить алкоголь? А еще посещать каждый год определенные храмы. Как вам такой вариантик? А еще они содержат части буддийских молитв. И поэтому для меня особенно смешно, когда пьяный русский православным крестом в два пальца из золота набивает себе сакьянт. Че? Просто примите, что это религиозная татуировка. Если вы считаете, что Бог многолик, то не вопрос. Но если вы причисляете себя к определенной религии, пожалуйста, изучите вопрос. Сучка.
Звезды – это абсолютно точно не пример для подражания. Они тоже люди и ошибаются. И как я уже говорила, если вы сделаете себе рукав, как у Бекхэма, это точно не сделает вас Бекхэмом. Помнишь, короче, в 90-х было, ну, от заката до рассвета, там был главный герой, у него, короче, через руку такая была татуировка. Ну, народ экономил, поэтому они делали чуть-чуть здесь, и в одежде ты был как главный герой. Теперь вижу этих людей реально в жизни и думаю, привет от заката. Ошибка номер 3. Вы берете чужой эскиз. Ключевое слово здесь – чужой. Знаете, почему он чужой? Потому что он нарисован не для вас. Это называется воровство, братки. Представьте себя на месте того, кто заказывал этот эскиз. Вы придумываете, ждете, готовитесь, а потом ваша подружка Зинка берет и делает такой же. Эй, Зинка, молодец! Сэкономила 2000. А ведь она даже не любит лысых котят в орхидеях. Ни котят, ни орхидей. Ей просто понравилось, как это выглядит на вас, и она себе сделала копию. Это хуже, чем два платья в одном помещении. Ребята, платье не снять. Если думаете, что ничего страшного, то у меня для вас плохие новости. Если вам понравился определенный эскиз, посмотрите мое видео «Как выбрать мастера». Сходите к нему на консультацию, и он вам его перерисует под ваши запросы, под ваше тело. Тогда он будет индивидуальный. И тогда радуга окружит всю планету, единороги выпрыгнут из молочных рек, тату-мастера возьмутся за руки, и все перенесутся в нирвану. И на этой сладкой ноте напоминаю вам ставить лайки, оставлять комментарии. Что там говорят-то? Ставьте лайки, не забывайте подписываться, ставить лайки и комментарии.